Привет, братья-революционеры. Это истинный следователь. Обзор шоколадки. Небольшой такой обзор. Русский шоколад. 1998. Это дата образования, как я понимаю. Фабрика в Москве, как я почитал. Здесь вот написано. Русский шоколад называется. Москва, Верейская, да. Ну, московскую продукцию не стоит покупать, потому что там вы напрямую спонсируете убийц и воров. Это центр зла. Шоколадка около 70% какао, элитная называется, стоила около $1. Не хочу в рублях цены говорить. Вот здесь пластинка магнитная, чтобы не воровали. На самом деле стащить можно, если ее оторвать. Но сейчас, если даже случаи бывают на 100 рублей что-то стаскиваете, сажают тюряшку на несколько лет. Потому что они же не могут сажать настоящих воров и бандитов, только как они сами. Поэтому они за что. Но если кто-то стащил, что я считаю, в магазине, просто отобрать надо и оштрафовать там в двойном размере, и все. Тюрьмы не нужны вообще. Совсем не нужны, они же не исправляют. Ну, в общем-то, все. Это Невоград. Ну, здесь должен быть Мальцев и я. Вместо Петра этого нелепого. А, еще вот бесит, что в товарах 90 грамм делают собаки. Ну, они так экономят. Должны делать 100 грамм. Нехорошо, это сатанизм. И вот надписи еще у меня для после революции, чтобы прогресс сделать. Должны быть надписи только по-русски. Этих надписей вообще не должно быть. По-русски крупными буквами, и ну можно еще английский писать более мелким шрифтом. Все, всем спасибо, пока. Это был истинный следователь. Обзор шоколадки. Русский шоколад. 70%. Так, можно открыть даже, если как бы обзор-то какой неполный будет тогда. Сейчас откроем, посмотрим. Нормальный, но горький, конечно. Потому что, наверное, 70%. Да, на любителя. Конечно, немножко горчит. Но по мне ничего. Всем пока.